представил, будто у меня в животе находится аквариум. И одна трубка идет вперед в этот аквариум, а вторая трубка выходит сзади из этого аквариума. И представляю, будто на вдохе я открываю краник возле своего живота и представляю, как аквариум наполняется полностью водичкой. Он до конца наполнился. Весь живот – это круглый аквариум, в котором синяя вода. Теперь делаю выдох, сзади открываю шланг и представляю, будто сзади начинает очень интенсивно вылетать в разные стороны из трубы вода под напором. И делаю несколько вдохов. И сзади под напором вода. Представляю теперь, как сзади вода выходит под напором из живота, но при этом не исчезает у меня из живота, из аквариума вода. Она там под напором, наполнена, вода синяя и в очень большом давлении. При этом сзади она вылетает в очень-очень большом потоке, на очень большое расстояние. Делаю вдох и делаю выдох.